Еще на одного мастера спорта по самбо в Заречном стало больше. Роман Балясников защитил это звание на всероссийском мастерском турнире, который проходил в подмосковном Можайске. Зареченец провел на ковре 5 поединков и во всех одержал победу. Первый поединок я выиграл досрочно, то есть по баллам 8-0. Второй также выиграл 8-0. А третий, там был такой неплохой парень, местный мастер спорта. Ну, как-то тактически неправильно построили поединок, ну и проиграл, в общем, по предупреждению 1 балл. Четвертый боролся парень, ну, постарше меня был такой, поопытней. Ну, тоже такой достаточно тяжелый поединок, выиграл предупреждением 1-0. Ну и в финале я боролся с парнем из своей же подгруппы и выиграл. К мастерскому значку Роман шел 15 лет. Заниматься в Зареченской школе самбо «Русь» он начал еще воспитанником детского сада. Под руководством заслуженного тренера России Юрия Балыкова Роман преодолел все преграды на пути к званию мастера. Ну, во-первых, это упорные тренировки и поддержка тренера, наставление тренера, ну и поддержка друзей и семьи. Уже в звании мастера спорта Роман Балясников представлял Заречный на всероссийском турнире по самбо памяти Михаила Чикина в Самаре. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из 14 регионов страны. И здесь Роман вышел в финал, где одержал победу в весовой категории до 62 килограммов. Подборолся 6 поединков. Первый выиграл болевым, второй выиграл заявно. Набросал на 8 баллов. Третий поединок я боролся с парнем из Башкирии. Ну, такой неплохой парень, постарше меня. Ну, как-то не поднастроился на поединок, в итоге проиграл 1-0. Ну, потом как-то смотивировал себя. И следующий поединок у меня получился с мастером спорта Келич Олег. Правильный настрой на поединок помог Роману победить более старшего и опытного спортсмена. С самарских соревнований Роман вернулся с первым местом и специальным призом за лучшую технику. Ну что такое приз за лучшую технику в самбо? Вот в Самаре было 8 весовых категорий, определилось 8 чемпионов. А приз за лучшую технику получает один из этих 8, поэтому он на этих соревнованиях он чемпион среди 8 чемпионов. За приз за лучшую технику — это очень такой почетный и, ну, как бы интересный приз, когда вручается спортсменам. Сейчас у Романа Балясникова восстановительная неделя после соревнований. Затем зареченский самбист начнет подготовку к областным соревнованиям, по итогам которых будет сформирована сборная Приволжского федерального округа. Дмитрий Балясников, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».